попробую угадать. Вы пришли ко мне за новой историей, сказкой? Понимаю. Да вот беда, она у меня еще не готова. Что же делать? Придумаем. Прошу я помощи своего старого друга, книжного гнома. Одну минуту. Это экран. Снежная королева. Меня зовут Фукс, я слуга Снежной королевы. Я не хотел, но она заставила меня. Снежная королева заморозила северное сияние, и оно раскололось и разлетелось на множество кристаллов по всему свету. А большую часть мы собрали, осталось 6. И вот один из 6 кристаллов и попал в вашего снеговика. Королева наказала мне найти всех и принести ей. И тогда она станет владычицей северных земель. И там наступит вечная ночь. Вечная ночь? Гай! Я все слышал. Ну и зачем? Зачем же вы служите такой злой королеве? Уйдите от нее. Вот именно. Я пробовал много раз. Ничего не получается. Не могу ее ослушаться. Я несчастный человек. Хоть и волшебник. Ну что вы? Не стоит так расстраиваться. Ведь мир прекрасен. Если, конечно, не смотреть на него сквозь черные очки. Снимите. Что вы? У нас в королевстве все ходят в таких очках. Королева сказала, если снять их в вашем мире, тут же ослепнешь. Теперь понятно, чем она вас всех держит. Не бойтесь и снимайте. Ой, ну что? Я вижу. И можно больше не бояться королевы. Ну, конечно. И можно больше не искать эти кристаллы. Нет. Мы должны собрать кристаллы и вернуть их людям севера. Гай, ты помнишь старую сказку про Снежную королеву? Там были Гай и Герда, а мы Гай и Герда. И это знак. И я готова вам помочь. Ну тогда.